Ну, давайте на этом закончим, я так передержал. Следующий выступит Светлана Крылова, руководитель аналитического отдела Brand Analytics, системы мониторинга, а дальше я уже забыл. И анализа социальных медиа. Попробуем ее, человек, спасибо. А на что нажимать? А там одна из двух кнопок. Слева. Тут больше двух кнопок, чем... Добрый вечер, очень рада всех видеть. Система Brand Analytics — это система, которая агрегирует публичный контент из всех социальных сетей, блогов, форумов, онлайн-СМИ и позволяет анализировать данные в различных средах. Спасибо. Я расскажу немножечко о нашем последнем исследовании — это социальные сети в цифрах, то есть о том, что из себя представляет каждая из социальных сетей и все они сравнения сегодня. Так, сделаю так, буду удобнее. Итак, в месяц в социальных медиа публикуется порядка 620 миллионов русскоязычных сообщений. Пишут их 35 миллионов активных пользователей. Самая основная часть контента публикуется непосредственно в социальных сетях и в Твиттере. Под социальными сетями мы понимаем Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и так далее. Твиттер мы выносим отдельно как сервис микроблогов. Видео — это YouTube, 15, ну, почти 16 тысяч, ну, это получается раз, два, три, четыре, 16 миллионов сообщений в месяц. Блоги чуть меньше, еще немножко меньше форума, тем не менее, на них есть жизнь и так далее. Что интересно, из этой массы контента 99% составляет редакторский контент. Пользовательский контент, и всего 1% редакторский контент. Я прошу прощения, я только с пользой, я как-то еще немножко не алё. Сейчас я разговорюсь. То есть всю эту массу контента, 620 миллионов, практически весь его генерят люди, обычные пользователи. Самая популярная соцсеть в России, ну, неудивительно, ВКонтакте. Она же сейчас лидирует по количеству контента. Это ситуация, которая типична только для России, ну и соседних к нам стран. Во всем мире по количеству публикуемого контента и активных авторов лидирует Twitter. У нас ВКонтакте забирает на себя часть функционала Twitter за счет цены и коротких сообщений, поэтому он всегда, ну, в лидерах. По количеству активных пользователей Twitter на третьем месте, на втором месте Instagram. Инстаграм – самая динамично растущая активная социальная сеть. Ну, это, наверное, одна из тех соцсетей, немногих, которые сохраняют за собой потенциал роста, то есть она будет продолжать расти. Соответственно, если вы не работаете в Инстаграме, пора начинать уже делать это достаточно активно. Инструменты там есть, я так понимаю, что нам про них сегодня подробно расскажут. Вместе с тем, что Одноклассники, Инстаграм – самая динамично растущая социальная сеть, она еще и та соцсеть, в которой преобладает женская аудитория. В принципе, женщины наиболее активны во всех социальных сетях, за исключением живого журнала, но в Инстаграме их преобладание просто вот критическая масса, некая, больше 77%. Но стоит отметить, что данных о возрасте пользователей Инстаграма, авторов Инстаграма у нас нет, но мы все прекрасно понимаем, что молодая аудитория, то есть, по сути, это молодые девочки, которые склонны к импульсным покупкам, быстрому принятию решений, поэтому они хорошо откликаются и реагируют на любые практические акции. Как я сказала, единственная сеть, в которой преобладают мужчины, это LiveJournal, ну, плюс много мужчин на форумах, но сколько, мы не знаем точно, потому что форумы нам не предоставляют такой статистики. В остальных социальных сетях примерно плюс-минус ровно. Ну, много женщин в Одноклассниках и в моем мире, очевидно. Они немножко разные, в моем мире они постарше, тем не менее, мой мир достаточно живая соцсеть, она очень активная. Мы ее для себя определяем как мамы взрослых детей. То есть это такая аудитория, скорее, женщин там, ну, старше 40, 40 плюс. ВКонтакте из тех соцсетей, по которым, соответственно, у нас есть данные о возрасте, самая юная, пожалуй. Достаточно активно, и в ней продолжается рост публичного контента. Одноклассники, ну, чуть меньше по публичному контенту, это, скорее всего, все для личного общения, многие воспринимают как почту, многие пользуются Одноклассниками. На всем этом объеме данных, то есть на 620 миллионах, мы проводим некоторые исследования, которые, ну, по сути, такие исследования класса Big Data, то есть на всем потоке мы анализируем что-то,
Например, топ-20 авторов в Одноклассниках по так называемому engagement rate, то есть некому вовлечению, мы взяли за формулу engagement rate, особо не заморачиваясь, формулу Фейсбука, просто суммировав аудиторию, комментарии, репосты и лайки. Были бы рады обсудить эту формулу с профессиональным сообществом, потому что мне она не внушает 100% доверия самой. Готовы ее обсуждать? Ну вот, уже пытались ее обсуждать с Сережей, поскольку Сережа готова к мероприятию, не очень получилось. Так вот, я, например, глядя на этот список авторов ВКонтакте топ-20, понимаю, что я практически никого из них не знаю. На 19 месте есть Дмитрий Медведев. У всех остальных людей я не знаю. Мне кажется, на самом деле, если посмотреть их страницы, это некие кумиры молодежи, и большая часть из них — это видеоблогеры. Соответственно, мы можем смело говорить о том, что видеоконтент в молодежной среде он преобладает, он достаточно активно распространяется. Плюс можем посмотреть, например, топ-20 групп ВКонтакте, то есть уже не авторов, никаких публичных сообществ. Ну и, соответственно, тоже можем увидеть, что здесь преобладает такой развлекательный контент. Такие штуки у нас есть, например, по регионам, можете обращаться, мы вам покажем. Что интересно, например, в Фейсбуке, если мы посмотрим на те же самые данные, то статистика по группам, она будет принципиально другой. И в топ-20 90% групп — это группы брендов. ВКонтакте их вообще нет. Тоже такой, достаточно неожиданный факт для нас. Еще один пример, что мы можем делать на всем потоке, это самые резонансные материалы за день выявляют, то есть самые комментируемые, с наибольшим количеством репостов и так далее, можно посмотреть. Можем построить рейтинг медиа-персон, то есть публичных персон, которые активно обсуждаются в соцмедиа отдельные, в соцмедиа, то есть в пользовательском контенте и в онлайн-СМИ. Можем проводить, например, вот такие исследования, как прогнозирование эпидемии, то есть по частоте встречающихся слов, таких как, например, у меня болит голова, что-то у меня насморк, горло пишет, кашля и всяких других жалоб, мы можем прогнозировать развитие эпидемии и, например, анализировать эти данные по полу, возрасту, географии авторов и так далее. Что, естественно, крайне интересно обычно бывает фарме, медсегменту. Очень интересно, например, что данные по этому исследованию мы сравниваем с исследованием Google Flow. Это похожая штука, которую Google строит по запросам в поисковик, например, лекарств определенных, сезонных каких-то. И мы видим, что в среднем на 3 дня раньше мы вылавливаем тренд, чем Google. То есть люди сначала заболевают, жалуются об этом в Фейсбуке или в Твиттере или ВКонтакте, а потом примерно дня через 3 они идут покупать лекарства. Соответственно, за эти 3 начинают их искать через поисковик. Соответственно, за эти 3 дня можно им успеть что-нибудь показать, какую-нибудь прекрасную рекламу. Как вам поможет именно ваш препарат, например. Как я сказала, 99% контента в социальных медиа – это контент пользователей. И, собственно, как такой адвокат дьявола, я сегодня буду рассказывать про мифы в SMM. И первый миф – это то, что SMM – это ведение и продвижение сообщества. Мы считаем, что SMM – это не ведение и продвижение сообщества, потому что порядка 70% контента о бренде оно публикуется вне сообществ, за его пределами. То есть люди у себя на страницах, в каких-то группах, на форумах и так далее, они обсуждают бренды, и им абсолютно все равно, как при этом бренд ведет свою страницу в соцсети. Достаточно сложно всю эту аудиторию привести на страницу, сконцентрировать там, это дается многим. И даже тем, кому удается, в лучшем случае распределение этого контента доводится до соотношения 60 на 40, не более того. Соответственно, если вы работаете по продвижению неких брендов в социальных сетях, ни в коем случае нельзя оставлять за гранью своего внимания 70% контента, который у вас пишут люди, и концентрироваться на продвижении ведения сообщества. Например, один из наших клиентов, это компания Авито, столкнулась с тем, что Авито, вы знаете, это сервис бесплатных объявлений, из рук в руки для продажи чего-нибудь. У них есть прекрасное брендовое сообщество, которое они ведут в разных социальных сетях, все отлично, но есть такая проблема, что на сайте очень часто и очень в большом количестве присутствуют мошенники некие, которые обманывают других пользователей сайта.
И люди, которые становятся жертвами этих мошенников, они не понимают, что тот, кто их обманул, он, собственно, к ковиду никакого отношения не имеет. Он также зарегистрировался, как они. И эти люди становятся такими очень жаркими ненавистниками Авито, и они создают вот группу типа «Авито сайт мошенник номер один». В этой группе порядка 4 тысячи участников было на тот момент, когда я сделала скриншот. И таких групп только в ВКонтакте штук 5, наверное. И они все достаточно активные, люди там сидят и ненавидят. И понятно, что эти люди, они не просто сидят и ненавидят, они еще и распространяют контент достаточно активно среди своих друзей. При этом есть такая категория пользователей, да, как хейтеры, которые, они просто, им не надо, чтобы бренд пришел и решил их проблему. Им надо сделать бренду как можно сложнее жизнь. Поэтому, когда SMM-специалисты Авито пытаются прийти в эту группу и помочь как-то, помогать и что-то решать, какие-то вопросы, их просто блокируют. И, собственно, даже понять, что там происходит, им затруднительно. Собственно, поэтому они используют мониторинг и анализ сторонними средствами для того, чтобы понимать хотя бы, что происходит в этой группе, и если туда приходят какие-то новые люди, пытаться вступать в коммуникацию хотя бы с этими новыми людьми и объяснять им, во-первых, пытаться помочь, потому что они помогают. Во-вторых, объяснять, что Авито ни при чем, и обманул их совсем не Авито. Второй миф, с которым очень часто сталкиваются, я считаю, СММщики, на самом деле все, любые маркетологи, это такое мега-заблуждение, мы знаем целевую аудиторию своего продукта. Я считаю, что вот верить в то, что мы знаем целевую аудиторию своего продукта, это такое, это мега-фейл вообще. И очень часто мы маркетологи, мы все можем пропускать огромный кусок аудитории. Например, наверное, может быть, кто-нибудь заметил, буквально на днях вышел на рынок новый напиток категории диетическая газировка. Я не могу назвать бренд. Он только-только появился, такая прекрасная черно-красная банка с белой надписью. Когда они собирались выпускать, собиралась выпускать этот продукт на рынок, они формулировали свою целевую аудиторию как девочки до 25 лет. То есть диетическая газировка. Кому нужна? Тем, кто хочет похудеть. Это девочки. Почему до 25 лет? Потому что производитель считал, что после 25 лет у девочек включается мозг, и они перестают верить в диетическую газировку. Так вот, мозг не включается. Но он включается где-то после 44-х, если видеть график. Не факт, что включается. Более того, когда мы проанализировали массив обсуждений о категории диетических напитков, мы выяснили, что 43% обсуждений – это мужчины. А если мы вспомним первые слайды презентации, то мы вспомним, что, в принципе, мужчины меньше публично пишут в социальных сетях, чем женщины. То есть вот эти 43%, они на самом деле с поправочными коэффициентами превращаются в основную долю. И более того, мы видим, что, конечно, люди до 25 лет, обсуждают, действительно. Но основная группа – это 25-34. Но это был, на самом деле, сюрприз не только для производителей, но и даже для нас, исследователей. Естественно, компания изменила свою коммуникационную стратегию полностью, уделив должное внимание группе 25-34 и мужскому полу, потому что понятно, что мужчины старше 25 лет и девочки до 25 лет – это люди, которым нужна совершенно разная коммуникация, и совершенно разный посыл, месседж в рекламе и так далее. Еще один кейс. С одной стороны, он тоже про то же самое, но с другой стороны, он дает более глубокое понимание целевой аудитории. Это производитель краски для стен. У этой краски для стен, это в помещениях, да? У этой краски для стен была такая классная очень команда, состоящая из мужчин. Маркетологи очень классные, ребят на стороне агентства, мужчины. И они считали, что краску во время ремонта квартиры, краску для стен выбирают мужчины, то есть их целевая аудитория мужчины. Более того, они формулировали свою основную целевую аудиторию как прорабы. Мы, собственно, мы удивились больше маркетологам, чем результатам исследования, потому что еще на первой встрече, на установочной, когда мы с ними встретились, я им сразу сказала, что, ребята, вы не правы, потому что краску для стен во время ремонта выбирает кто-то одна. И это не прораб. Точно не прораб. Естественно, когда мы проанализировали обсуждение этого массива сообщений, мы увидели, во-первых, среди площадок прекрасный сайт BabyBlog. Это сайт, на котором тусуются молодые мамы.
Кроме того, ВКонтакте, Твиттер, ну, если мы посмотрим там, по полу возрасту, то мы тоже поймем, что это, в общем-то, молодые женщины в основном. Более того, женщины, когда выбирают краску, они не советуются практически никогда в социальных сетях о цвете. То есть цвет краски для стен в доме они выбирают самостоятельно. Они обсуждают такие характеристики продукта, как безопасность краски для детей, то есть не токсична ли она, быстро ли она сохнет, есть ли у нее запах, насколько он сильный, можно ли ее мыть, то есть, ну, сколько уборок она выдержит, да, переживет, скажем так, когда дети ее разрисуют фломастерами. Соответственно, мы не только выявили те группы целевой аудитории, которые остались за кадром, да, без внимания бренда, но и поняли те проблемы, ту, собственно, боль, которая их волнует, и которую производитель абсолютно упускал в своей коммуникации. Ну вот сейчас вот так примерно выглядит сайт производителя краски этой. То есть, ну, это вот прям бэйби-блог, то есть какой цвет выбрать для детской, милые детские пинетки. Естественно, это не весь сайт так выглядит, это один из баннеров на нем. Тем не менее, производители повернулись лицом к женской аудитории и смогли существенно улучшить свои позиции на рынке. Ну и кроме мимимишных баннеров, они вывели у каждой краски вот такие иконки, как в верхнем углу, да, что краска подходит для любого типа обоев, например, что ее можно мыть и так далее. Причем, ну, они честные достаточно, эти иконки, и они для каждой краски индивидуальны. Еще один миф, который я очень люблю, и который, ну, я надеюсь, что мне недолго придется его рассказывать, это миф о том, что если я захочу узнать мнение своей целевой аудитории, я просто проведу опрос. Ну, недавно был вообще просто фееричный случай, когда один из брендов, я не буду его называть, они заявили официально, пресс-релиз выпустили, что мы провели исследование и обнаружили, что 87% нашей целевой аудитории используют ВКонтакте. Поэтому мы оставляем группу ВКонтакте и закрываем все остальные страницы в социальных сетях. Внимание, вопрос, как они провели этот опрос? Да, они провели этот опрос в группе ВКонтакте. Естественно, они получили там некий процент людей, которые пользуются не только ВКонтакте. И понятно, что это такое вот фейл на грани просто маразма, но тем не менее они встречаются в достаточно серьезных исследовательских компаний в том числе. Вот, поэтому... Но это только одна из проблем. То есть, да, можно классно сделать опрос, можно сделать его в правильном месте, можно сформулировать вопросы нужным образом. Но когда мы проводим опросы, на то, как ответит человек, влияет очень многое, начиная от того, в каком месте небо солнце сегодня находится, да, от того, как сформулирован вопрос и так далее. Более того, бывают такие проблемы, о которых мы с вами можем даже не подозревать. То есть, чтобы спросить о чем-то, надо хотя бы подозревать, что у человека может вот возникнуть такая проблема. Очень часто мы не подозреваем об этом. Приведу пример. Компания Hansa – это производитель бытовой техники. Они проводили классические ресерчи, ну и в том числе опросы в социальных сетях практически постоянно. Получали некие результаты, продажи как-то, ну, то есть меняли, да, свою стратегию в зависимости от этих результатов, ничего не получалось. Почему? Когда мы проанализировали массу отзывов в социальных сетях, мы выяснили, что очень сильно люди жалуются в отзывах на неудобную инструкцию. Причем это неудобная инструкция к посудомоечной машинке. Посудомоечная машинка – это такая голубая мечта, да? У меня, например, нет, я очень хочу. И, ну, я хочу, что вообще от посудомоечной машинки? Я хочу положить в нее посуду, нажать одну волшебную кнопку и получить чистую посуду. Когда я читаю в отзыве, что у этой штуки неудобная инструкция, ну, я просто закрою страницу и пойду дальше. По исследованию, по-моему, Нильсона, если я не ошибаюсь, сейчас чтение отзывов, оно стоит на втором месте по силе влияния на принятие решений, сразу после знакомого посоветовал. То есть, ну, первое, что мы делаем, мы спрашиваем у друзей, когда что-то выбираем, потом мы идем читать отзывы в социальных сетях, там, на Яндекс.Маркете и так далее. И негативные отзывы, они намного сильнее влияют на наше решение, чем позитивные. Не только на наши СММщиков, но на решение любого человека, потому что, в принципе, пользователи сейчас искушенные, и они прекрасно знают про те инструменты, которые многие из нас пользуются, да, про искусственные отзывы, там, вот это вот все. Вот, и в позитивные отзывы люди уже не очень верят, а вот в негативные они верят отлично. Это плохая новость, хорошая новость состоит в том, что один качественно отработанный негативный отзыв по силе влияния равен 10 позитивным примерно.
То есть, если про нас пишут, например, негативные отзывы на маркете, то можно прийти, ответить, прокомментировать, решить проблему, и это намного сильнее повлияет на дальнейшие продажи, чем если вы напишете, чтобы заглушить этот негативный отзыв, 150 позитивных. Почему так происходит? Потому что, в принципе, люди, они понимают, что ошибки совершают все, и проблемы могут быть у всех. Но когда они видят, что компания готова приходить и решать их проблемы, с которыми они могут столкнуться в результате приобретения, это на них действует очень хорошо, мотивирующе. Так вот, из-за того, что 58% отзывов о посудомоечных машинках компании Hansa были негативные, продажи, собственно, падали. И понятно, что вот чтобы просто это спросить, да, такое в голову не придет спросить. То есть спрашивали про дизайн, расположение кнопочек, еще какие-то штучки, там, мощность, ну вот то, что производитель считал важным. А про инструкцию нет, просто не приходило в голову. И, естественно, инструкция – такая штука, которую можно легко поменять, допустим, да, в отличие от перевыпуска там, модельного ряда. Она была изменена, и результат не заставили себя ждать. Еще один миф, который связан с тем, что работаем с негативом не кормить троллей, мы у себя, в принципе, не выделяем такую категорию людей, как тролли. Нет, мы выделяем, конечно, но мы с ними тоже работаем, потому что, в принципе, даже такой троллинг и абсолютно неконструктивный негатив всегда можно свести к негативу конструктивному, решить проблему пользователя и получить элемент влияния. Например, именно так действует компания «Согласие». Это скриншот ленты Твиттера, в которой человек пишет: «Грёбаное страховое согласие, какие же вы медленные». И понятно, что тут никакого конструктива нет, он не обращается к Твиттер-аккаунту компании, он не ставит хэштеги, и он не ожидает, что компания сейчас придет решать его проблемы. Он просто хочет сбросить негатив, да, выплеснуть его в сети и забыть о нем. Компания находит отзыв, приходит, говорит, что «Чувак, привет, давай мы тебе поможем», помогает ему, решает его проблему. И мы получаем два результата. Во-первых, человек пишет: «О, классно, спасибо, теперь я буду все свои проблемы решать только через Twitter». Второе, поскольку он не ожидал, что к нему придут и решат его проблемы, он становится таким волнутым, что называется, клиентом. То есть мы прекрасно знаем, да, что чтобы пользователь написал какой-то негативный отзыв, достаточно чуть-чуть налажать. Чтобы он написал позитивный отзыв, просто сделать все хорошо недостаточно. От вас этого и так ожидают, да? Поэтому, когда он не ожидает того, что к нему придет компания и решит его проблему, он такой радостный идет и на других сайтах оставляет свои отзывы. Это принципиально важно, особенно для тех компаний, у которых есть некие сайты-рейтинги, да, типа Яндекс.Маркет, который для производителей техники, например, очень актуален, типа ISN News, который суперактуален для страховых банков, для банков и так далее. Он просто идет, пишет позитивный отзыв. При этом, возвращаясь к тому, да, что один качественно отработанный негатив, он намного сильнее влияет, чем позитивный отзыв, мы получаем его и там, и это первый результат. А второй результат, который мы получаем, это сокращение издержек на колл-центр, потому что он действительно начинает всем своим друзьям рассказывать, что проблемы решили в Твиттере, а отрабатывать негатив через социальные сети – это примерно в 4 раза дешевле, чем отрабатывать негатив в колл-центре. Я вообще, страховыми я не автолюбитель, не умею водить машину, страховыми я не пользуюсь, но, например, я иногда летаю. И один из наших клиентов, компания «Перелетчик», я один раз позвонила в колл-центр, у меня была такая проблема, как забытый в самолете фотоаппарат. И, фотоаппарат был не так жалко, как жалко было карту, на которой остались все фотки из отпуска. Вот, мне было очень грустно, я позвонила в колл-центр этой авиакомпании. И сначала я несколько минут слушала автоответчик, который говорил: нажмите 1, нажмите 2, нажмите 150. Вот, потом он то же самое сказал на английском. Потом, когда наконец-то я дослушала, какую кнопку надо нажать, чтобы поговорить с живым человеком, мне сказали: время ожидания ответа оператора 44 минуты. И я поняла, что я не готова. Я не готова 44 минуты ждать. Мне повезло, я знала, что эта компания, наш клиент, что они мониторят социальные сети, я просто пошла, написала в Facebook, мне ответили через 12 минут, достаточно содержательно, причем я, естественно, не только написала, что, мне бы фотоаппарат, я еще написала, что, вы вообще в своем уме, 44 минуты, это как-то, слишком, мне кажется, ни одна батарейка мобильного телефона столько не живет в режиме разговора, чтобы там не заявляли производители. В общем, проблема решилась достаточно быстро.
И действительно для компании это существенно снижение издержек и повышение эффективности работников контактного центра. Еще один миф, но это вот тоже такая акция из серии «Как это вообще произошло?». Есть такое заблуждение, что анализировать эффективность акции нужно после того, как она закончится. Ну вот как Сережа сегодня сказал, да, ну я вот подумала, что бы я сделала по-другому после того, как проведу мероприятие. Вот, это, конечно, классно, но недостаточно. Потому что иногда бывают вот такие истории. Это тоже прекрасная компания Hansen, у них была такая история. Агентство, СММ агентство проводило для них акцию. Правила акции были такие. Надо сфотографироваться с предметом бытовой техники Hansen любым и выложить фотку в соцсеть с определенным хэштегом. На самом деле, самый ужасный такой факап, который был на этой акции, и он не показан здесь на слайде, в акции участвовали ВКонтакте и Одноклассники, а, например, Инстаграм нет. Ну, то есть, ну, это вот просто, ну, это вот, как это произошло, я не понимаю. Но вторая проблема, которую обсуждали люди в основном, то есть, ну, то, что не участвовал в Инстаграм, просто, ну, плюнули на огромную часть ЦА, да, ну, ладно. Вторая проблема, которую необходимо было выявлять именно вот в момент проведения, она заключалась в том, что люди не понимали, а как им, собственно, принять участие в акции. Цель акции и, собственно, целевая аудитория – это были люди, у которых еще нет бытовой техники Hansen. Соответственно, чтобы с ней сфотографироваться, им надо прийти, ну, в магазин, да, и сфотографироваться там. Если кто-нибудь когда-нибудь пробовал фотографироваться в магазине, ну, вы примерно себя, ну, если не представляете, почитайте свой зал, например. Ну, то есть к вам подойдет охранник и скажет, что нельзя фотографироваться здесь. Он попробует отобрать у вас телефон, там удалить ваши фотографии или фотоаппарат. Вот. И это, в общем, достаточно неприятная история. Причем охранники – такие люди, даже если в магазине можно фотографироваться, они все равно подойдут к вам и будут разговаривать, что нельзя. Вот. Достаточно такими неприятными голосами. Вот. Это большая проблема. То есть 59% обсуждения этой акции были связаны с тем, что люди просто не понимали, как принять в ней участие. А еще 18% были связаны с тем, что люди говорили, что у вас дурацкие условия акции. Ну, просто негатив, да, в отношении акции. И понятно, что вместо позитивного результата компания получила негативный фон, который в дальнейшем приводит к чему? Люди же не запоминают, почему у них негатив с этим брендом. Они запоминают, что это что-то плохое. Вот. И это достаточно печальная история. Поэтому анализировать эффективность акции и смотреть на фон обсуждения необходимо именно тогда, когда акция происходит. Ура, я закончила, и, наверное, даже уложилась в отведенное мне время. Вопрос? Нет, классно. Неожиданный конец. Получился скомкан. Ой, я еще микрофон. Мы на середине нажали. Да. Какие-то пределы по запросам на аналитику существуют? Или можно все, что угодно анализировать? Можно все, что угодно. Ну, обычно вот наоборот спрашивают, с какого объема можно начинать, а верхней границы, ну, нет. И с какого объема можно начинать? Зависит от цели и задач. Ну, конечно, если мы какое-то, ну, говорим о каком-то исследовании, да, то нужен какой-то существенный объем данных, как минимум 1005 вообще, ну, минимум. С другой стороны, у нас есть клиенты, по которым мы делаем, например, еженедельную аналитику на 100 сообщений. Но там немножко другой подход. Это на самом деле клиенты, которых я больше всех люблю. Ну, во-первых, потому что 100 сообщений легче проанализировать, чем 5000. Но не только поэтому. Еще и потому, что они работают с каждым конкретным сообщением и исправляют ошибки. Это такой, ну, портал данных для разработчиков мобильных приложений, на котором выложен набор датасетов. И когда они... Когда они получают от нас информацию о том, что у них какие-то ошибки, например, в датасетах или разработчики чем-то недовольны, они исправляют это тут же на сайте. То есть вот, вот эта вот оперативная обратная связь, она может получаться вот на совсем там единичных сообщений. Скажите, для непосвященных, а анализ как проводится? Техническим, ручным способом?
И то такое, то есть есть, ну... Сначала он говорит мне, не рекламируй себя. Есть сначала платформа, в которую собираются сообщения, ну, весь поток сообщений. Дальше есть инструмент, собственно, бренд-аналитика, система, в котором мы уже формируем ну, как бы потоки по конкретным темам, например, по названиям брендов там, и так далее. Да? Собираем сообщения. Собираем сообщения по тематике, например, о бренде, компании, продукте, услуге, персоне, там, событии, какой-то акции и так далее. Они автоматически анализируются, у них определяется тональность, позитивная, негативная, нейтральная, отношение объекта мониторинга. Определяются социальные демографические характеристики авторов, причем они анализируются отдельно лингвистическими методами, потому что, например, в Фейсбуке сейчас есть 58 вариантов. Нам столько не надо, нам надо 2. Вот. А? 58 сейчас, по-моему. Вот. 58 вариантов, ну нет, я не помню, кажется, но там есть мальчики, девочки, девочки, которые стали мальчиками, мальчики, которые стали девочками, те, кто только планируют, ну, в общем, там разные варианты. Очень, как это называется, либеральный. Вы нажимаете среднюю, посередине на микрофоне кнопочка, вы ее нажимаете, скорее всего. Мне кажется, что нет. Но она может быть новой батареей? Ну ладно. Честное слово, я убрала туда палец, но ничего не нажимаю. Вот это же. Ну, а потом, как бы, уже весь этот объем обрабатывают люди, чтобы сделать некие выводы, потому что понятно, что машина не собрана. Понятно. А как там, прошу прощения, последний вопрос. Как там понять, когда вас привлекать? Ну, вот я слышал там 5000 сообщений, а как вы считаете, что на 5000? Сейчас я тогда чуть-чуть... Во-первых, ну, у нас есть демонстрационный доступ на 2 недели бесплатного использования. Все могут завести и потестировать. Еще кучку аккаунтов, я не помню, сколько мы разыгрываем вместе с Сергеем. Мы их уже разыграли? Нет, мы разыгрываем на расширенное знакомство с системой на месяц в различных тарифах, в стартовом, в базовом. Ну, плюс есть, например, такой инструмент, как бабки, который, ну, бесплатно позволяет собирать сообщения из социальных сетей, но не в полном объеме. То есть есть бесплатный инструмент, который просто не дает никакого функционала, по сути, ну, позволяет что-то собрать и узнать, что происходит. Вот. Спасибо. Да. Сколько таких людей сейчас? Это мой любимый вопрос. Ну, мы, например, B2B, но у нас специфическая аудитория. Мы сами себя мониторим. Во-первых, учитывая то, что мы мониторим не только социальные медиа, но и онлайн-СМИ, мы, естественно, предлагаем пиарщика попробовать. Да? Очень удобно смотреть, ну, то есть мы, в принципе, считаем, что анализировать эффективность пиарщика по количеству публикаций, например, в СМИ, это не очень правильно, потому что, ну, то, что публикация вышла в СМИ, это значит, что ее журналист прочитал. Но наша конечная целевая аудитория не журналисты. Вот, а уже анализировать, как она из СМИ разошлась по социальным медиа и подхватили ли ее люди, это намного интереснее. И это первое воспринимание в B2B. Второе, мы можем проводить исследования на каком-то растянутом масштабе времени. Есть, например, такая компания Accenture, которая, ну, это мало того, что B2B, это очень узкий B2B, они работают только на топ-100 компаний там, в каждой, на разных рынках. Как это называется, ну, в общем, в каждой рыночной области. То есть очень узкий. И понятно, что они достаточно мало пишут. Третье, чем может быть супер полезно для B2B, это в интересах HR-бренда. Потому что сотрудники пишут, бывшие сотрудники пишут. Те, кто не был никогда вашим сотрудником, но почему-то обиделся на вас, например, на собеседование, тоже пишут. Вот, поэтому для B2B, в общем, тоже актуально. Насколько актуален сервис для мониторинга конкуренции? Конечно, почему нет? Ну, все мониторят как минимум себя и там парочку ближайших, некоторые еще лидеров рынка. Вопрос. Как с помощью вашей системы лучше понять запросы своих людей? Ой, это классный вопрос. У нас, во-первых, есть специальные отчеты, которые автоматически формируются. Например, есть такой отчет, называется «Популярные слова», который подсчитывает частотку слов по теме обсуждений, да, например, по теме бренда. И вот этот отчет, это просто, во-первых, это кладезь инсайтов.
Ну, во-первых, это те слова, которыми ваши пользователи, да, ваши клиенты чаще всего о вас говорят. Он прекрасный для SEO, и он кладезь инсайтов. Например, если мы посмотрим обсуждение по любому мобильному телефону, то в этом отчете всегда будет слово «рука». Потому что очень важной характеристикой телефона для пользователя является то, удобно ли он лежит в руке. И эта характеристика, она неосознаваемая. Когда мы принимаем решение о покупке, мы вроде бы об этом не задумываемся. Но когда, когда мы его уже купили, мы обязательно об этом пишем в отзыве. Вот, вот есть, это такой момент на грани там, подсознания. Да? Вот, и есть, например, прекрасная реклама Apple, которая зимой вышла, который использовал этот инсайт, потому что, ну, если кто-нибудь смотрит телевизор, видел рекламу Apple, это был белый экран, на котором просто две руки, мужская и женская, показывали, вот так вертели телефоны. Почему они сделали такую рекламу? Потому что это был первый телефон от Apple, который, по сути, лопатофон. Почему так популярны мемы вот, про лопатофоны, да, про то, что Samsung телефон лопата, и они распространяются там огромными тиражами, легко подхватываются людьми, потому что в этой как бы, коммуникации используется тот самый пользовательский инсайт, то есть телефон неудобно лежит в руке. Вот, поэтому люди очень легко на это реагируют. И, собственно, когда Apple выпустил телефоны вот этого формата огромного, он именно в рекламе показал, что ребята неудобно лежат в руке, хотя об этом не было сказано ни слова. Соответственно, таких вот инсайтов, их можно найти достаточно много, практически по любому там бренду, продукту, и сделать это достаточно просто. Вот. Или последний вопрос, если нет, то... И там вот есть, да, да, я вижу. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Сейчас на сайтах, на многих страницах размещают иконки соцсетей, и плюс внедряют комментарии из соцсетей. Вы анализировали, насколько это эффективно, и вот эта интеграция сайтов из соцсетей, насколько это актуально? Ну, естественно, это... Ну, это не то, что актуально, это must-have такой, вот, потому что, ну, мы еще два года назад, на самом деле, когда мы выпускали первое исследование вот, по статистике социальных сетей, активности авторов в социальных сетях, у нас был отдел из трендов, который мы выявили, это интеграция СМИ и соцсетей, да, ну, сначала СМИ, они как такие хедлайнеры, сейчас, естественно, любых сайтов. Мы, на самом деле, сайты компании тоже мониторим, как первоисточники новостей, вот. Соответственно, без интеграции, ну, просто ничего не получится. Что касается эффективности, это очень такое... Но это вопрос, который зависит от ваших задач. То есть если вы хотите, чтобы о вас говорили за пределами вашего сайта, то закройте комментарии, потому что тогда люди начнут делать репосты и комментировать как бы в этих репостах. У нас, например, в рейтинге СМИ, он не сильно меняется, там, пятерка лидеров, она в основном меняется, когда кто-нибудь из них закрывает комментарии. То есть, ну, они это... Они периодически это делают иногда, и как только они закрывают комментарии, у них возрастает ссылочная масса на них. То есть люди начинают репостить к себе и обсуждать там. Поэтому, ну, от задач зависит. Если вы хотите, наоборот, свести всю коммуникацию в одно место, то, конечно, комментарии обязательно. Спасибо.